Привет, меня зовут Кристина. Я представляю команду фестиваля Alpha Future People. Наш фестиваль не только музыкальный, но и технологичный. И поэтому на Alpha Future People действует безналичная система оплаты товаров и услуг MasterCard PayPass. Оплата в одно касание. Согласитесь, это удобно, современно и просто. А сейчас более подробно об этом. Вы, конечно, можете пользоваться уже имеющимися у вас банковскими картами, но я предлагаю попробовать что-то новое. При входе на фестиваль, при предъявлении билета, каждый посетитель получает комплект, в состав которого входит карта MasterCard Альфа-банка, браслет со смарт-картой MasterCard PayPass внутри, конверт с пин-кодом, который подходит как для карты, так и для браслета, а также инструкция. Пожалуйста, сохраняйте все содержимое комплекта, оно обязательно вам пригодится. Этот браслет и есть ваш пропуск на фестиваль и проводник в мир развлечений. С ним вы сможете совершать платежи в одно касание. Наверняка он станет вашим незаменимым гаджетом при оплате товаров и услуг как на фестивале, так и после него. Ведь срок действия смарт-карты внутри браслета целых 2 года. Карта и браслет имеют нулевой баланс. Его можно пополнить в банкоматах на территории фестиваля. Минимальная сумма – 100 рублей. Просто поднесите браслет к специально обозначенному месту на банкомате, индикатору бесконтактной оплаты, и внесите необходимую сумму на счет. Также карту и браслет можно пополнить через мобильное приложение Alpha Future People или мобильное приложение OP переводом необходимой суммы с других своих карт на фестивальную. Другой способ пополнения карты – раздел «Перевод» на сайте Alphabank.ru. Итак, браслет можно использовать для оплаты покупок во всех торговых точках на фестивале. Все они оборудованы бесконтактными терминалами MasterCard PayPass. Просто проверяете сумму покупки на дисплее терминала PayPass, прикасаетесь браслетом к полю терминала с символом бесконтактной оплаты, после чего прозвучит звуковой сигнал и загорятся световые индикаторы. Все, покупка оплачена. Если сумма покупки превышает 1000 рублей, введите пин-код из конверта. Картой мы давно умеем пользоваться. Напомню на всякий случай. Для начала не забудьте поставить свою подпись в специальном поле на оборотной стороне карты. Вот так. Все, теперь карта готова к использованию. Просто вставляете карту в специальную прорезь банковского терминала чипом вверх и вводите пин-код. Предлагаем воспользоваться услугой SMS-уведомления по операциям с использованием вашей карты и браслета на фестивале. Для подключения услуги просто отправьте SMS в банк на номер +7 903 767 2265. В SMS укажите АФП и последние 6 цифр номера вашей фестивальной карты без пробелов. Вот так. Абоненты Билайн, МТС и Мегафон Москва, не находящиеся в роуминге, могут использовать короткий номер 2265 для отправки SMS. Услуга предоставляется бесплатно. А теперь о лимитах, которые установлены по вашей карте и браслету. Максимальный баланс и сумма расходных операций в месяц составляет 15 тысяч рублей. А максимальное количество неуспешных попыток ввода пин-кода до изъятия карты – 10 раз. Обращаю внимание, что для карты и браслета не предусмотрена возможность перевода на другую банковскую карту и оплаты товаров и услуг в торговых точках, зарегистрированных за пределами Российской Федерации. Кстати, это поправимо. Если вы хотите пользоваться своими браслетом и картой в полном объеме, то есть не иметь ограничений по лимиту, оплачивать свои покупки за границей, а также получить все преимущества банковского обслуживания, после фестиваля приходите в любое отделение Альфа-банка, предъявите свой браслет или билет на фестиваль и оформите пакет услуг, в составе которого вам будет выпущена новая смарт-карта совершенно бесплатно. По всем вопросам звоните в Центр обслуживания вызовов Альфа-банка по номеру 8 800 707 2332. Не тратьте время по пустякам, оплачивайте все в одно касание. We are future people.